Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вороновлин. Физкульт, привет. Набирают международные рейтинговые очки наши маунтинбайкеры. В Киеве на международном турнире жевчанка Анна Коновалова стала третьей. Еще один наш земляк Станислав Антонов в итоговом протоколе расположился на 5-й строчке. Оба воспитанники Владимира Белокрылова. А теперь вести из Краснодара, где проходит первенство России по пулевой стрельбе. В шаге от пьедестала остановился и жевчанин Антон Товарнов. В стрельбе из малокалиберной винтовки он занял 4-е место. В десятку сильнейших в пневматике попал Илья Смелюков, а также Полина Болоткова в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3 положений. Ну а тем временем в Ижевске завершился всероссийский турнир по спортивной ходьбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта Германа Скурыгина. На нем традиционно выступали все сильнейшие скороходы Удмуртии. Смотрим сюжет. Строгий регламент, четкое расписание, жесткое судейство. Поблажек никому нет. Будь ты начинающий спортсмен или именитый мастер, каким в прошлом был чемпион мира Герман Скурыгин. Удмуртские скороходы всегда славились отменной выносливостью и терпением. Скурыгин — это был в первую очередь боец, также с головой. Умел считать и круги, и время, сопоставить асфальт, свое «я» со временем. Поэтому результат у него был. Уникальная техника, уникальное здоровье было, к сожалению. Отменные бойцовские качества продемонстрировал и Максим Вахрушев из шарканской деревни Гандервай. Он от своего тренера не расслышал о техничной ходьбе Скурыгина. Юноша смотрел видео и пытался копировать технику чемпиона мира и на тренировках, и на соревнованиях. Вот и на этом турнире Максим без замечаний прошел всю дистанцию. Отличается светлой головой. Это его очень сильно в плюсовую сторону отличает. Мастер спорта он выполнил в феврале на чемпионате России в Сочи. А здесь он подтвердил снова по графику. Он умеет считать. А ходок, который не умеет считать, это практически бывает, что и не ходок. Хорошо шлось, мне нормально. Цель была в мастер спорта выполнить. Вот прошел, как раз по секундам считал. Потом силы были, за 2 круга до финиша, вот ускорился. После турнира тренеры на заметку взяли несколько человек. Среди них большинство было сельских ребят. И в этом заслуга наставников Николая Хохрякова, Руслана Нилова, Дмитрия Карепанова. Кстати, Скурыгин тоже был из удмуртской глубинки. К другим новостям. Стартовал турнир в рамках Кубка МФС Приволжье по футболу. Напомню, что в этом году в нем принимают участие сразу 3 коллектива из Удмуртии. В своем первом поединке ижевская команда «Делин Зенит» обыграла молодежку «Сызрани 2003» 3-1. 8 мая «Делиновцы» сыграют на выезде против молодежи «Крыльев Советов». А теперь о баскетболе. В Красной Пахре завершился финальный этап первенства России среди команд юношей 2003 года рождения. В заключительной игре команда из Можги уступила сверстникам из Химок со счетом 41-58 и в итоге заняла 12-е место. А сейчас переместимся на спорткомплекс «Чекирил», где прошел республиканский юношеский турнир по хоккею «Кубок надежды». В нем приняли участие 20 команд, как городских, так и сельских. С некоторыми из них поближе познакомилась наша съемочная группа. Саша Шипицын из деревни Кистым играет в хоккей 6 лет. Говорит, без него себя уже просто не мыслит. На ледовой площадке он готов проводить целый день. Я сам рассказала родителям, что я хочу заниматься хоккеем. Потому что мне это понравилось. Это как и футбол. Я еще футболом занимаюсь. О чем мечтаешь? Какие перспективы в хоккее у тебя? Хочу стать профессиональным хоккеистом. А увлек хоккеем кистымских ребят Сергей Спешилов. Он с ними проводит на площадке целый день. Говорит, уже сегодня большинство его мальчишек мечтают играть в КХЛ. На этом турнире, правда, пока они заняли лишь 7-е место. Но продемонстрировали такую волю к победе, что убедили наставников и болельщиков, в будущем это вполне реально. Ребята добавляют с каждой игрой желание. Видно, что хотят заниматься именно хоккеем. То есть основное, что, думаю, надо сейчас им это желание, стремление, и думаю, что еще пройдет года 2-3, и мы увидим уже их не на последних местах, а если не лидером, то крепким середнячком. Любить хоккей, наверное, все самое главное. Будут любить, будут заниматься, будут успехи. Кубок надежды – первый шаг к успеху. Этот проект реализуется в регионе второй год по инициативе Михаила Бабича. Для ребят – участников республиканского этапа «Золотой шайбы», занявших места со 2 по 9, это дополнительный игровой опыт. Кубок надежды, в первую очередь, создан для команд, чтобы, которые не попали в финал «Золотой шайбы», чтобы продлить сезон, поучаствовать еще, получить соревновательный опыт, ледовую подготовку. Победителями Кубка надежды в своих возрастных группах стали ижевские команды «Юниоры Торпеда», а также «Игринская игра».
Играли и гандболисты на открытом кубке Ижевска. Участвовало в турнире 6 мужских команд из столицы Удмуртии, Глазова и Перми. В итоге победу праздновали ветераны сборной Ижевска. Второе и третье места у команд из Перми и Дома детского творчества. И последнее. Завтра во Дворце спорта «Олимпиец» стартует всероссийский турнир под дзюдо «Общество Динамо», участвовать в котором будут более 350 спортсменов из 35 регионов страны. Начало соревнований каждый день в 10:30 утра. А торжественное открытие турнира 27 апреля в 17:30. Болейте только на спортивных аренах и следите за новостями спорта также на сайте «Моя Удмуртия». Адрес на экране. До встречи в эфире.